Всем большой привет! Сегодня хочу сделать обзор вот на эту печь на отработке. Уже делал небольшой обзор, но то было весной, как бы не столь важен был, потому что там уже было тепло, сейчас холодно. Сейчас хорошо протестируем вообще, как она вообще на самом деле работает. Зальем масло отработанное, прогреем, посмотрим комнату, как она прогреется, сколько градусов нагонит. В общем, всем приятного просмотра. Погнали! Что могу сказать по этой печке? Печка сделана аккуратно, красиво. Все довольно прилично. Это от той же фирмы, что Гриндер мне прислали на обзор. Они же, в общем, прислали на обзор эту печку. Заливается масло, зальем масло, разводить лучше чуть-чуть, растворителя добавить, чтобы разжигать было лучше. Я пробовал корой плохо разжигать, растворителя чуть-чуть добавить и можно, ну, разжигается довольно хорошо. Поддувало два. Ну, короче, сейчас пойдем пробовать, там все увидим. Насколько она хорошо работает, насколько хорошо греет помещение. Ну, и посмотрим результаты. Сейчас градусник возьму, до, померим температуру и после. Продолжаю видео. Это у меня такое подсобное помещение. Я тут свои стоечки сушу, висят вон. Поставил печку, пока такое освещение сделал, чтобы испытать. Налил где-то литр масла отработки. Так. И получается температура. Ну, 10 градусов. Почти 10 градусов. В итоге. Потом посмотрим. Так, общая площадь где-то тут 5 на 5. Ну, 25 квадратов где-то. Посмотрим, как нагреет. Ну, сейчас будем пробовать. Буду добавлю немного растворителя, спирита, чтобы лучше поджечь. Но будьте аккуратней с этим, с этой штукой. Ну, сейчас будем пробовать, как все это происходит. Сам не знаю, как происходит все это. Сейчас, как уже сказал, будем пробовать, посмотрим. Труба выходит не очень высоко, где-то 70 сантиметров только. Как бы. Посмотрим, насколько тяга хорошая. Если будет тяга плохая, то трубу надо будет увеличивать. Пока попробуем так. И вот эти заслонки пока точно не знаю, как правильно регулировать. Может, надо закрыть. Ну, надо дать, чтобы масло загорелось. В принципе, смотрите, тяга есть. Туда, ну, сюда дым не выходит. Теперь надо ждать, когда все это... О! Нифига. Уже трогать нельзя. Реально горячий уже. Сейчас попробуем. Так, здесь может и закрыть можно. Сейчас попробуем, насколько все это нагреется, насколько будет это классно. Прошло 10 минут.
Все нормально работает, никакого дыма, все чисто, хорошо. Вот, дыма нету, это радует. Но если даже дым будет, это от краски, скорее всего, когда краска выгорит. Но я думаю, краска может и выгорит все равно. Ну, посмотрим, не знаю. Масло, походу, кипеть начало уже. Вот, послушайте. В общем, 10 минут полет нормальный. Без всяких происшествий. Все хорошо, мне нравится. До сих пор горит. Прошел целый час. Ну, жар хороший идет от печки. Сразу скажу, прежде чем или в помещение ставить, или где-то ее надо, короче, прожарить. Потому что краска чуть-чуть все равно подгорает. Ну, как бы тут на вид не сгорело, но в помещении чуть-чуть дымновато стало. Вот. Ну, как бы сразу предупреждаю, чтобы потом не наезжали на меня. А так, пока все классно. Сейчас покажу градусник. Целый час работы. Немного отвлеку вас от видео. Хотел сказать, коплю на токарный станок по металлу. Кто не знает, ну, в предыдущих видео говорил, но решил напомнить вам. Если кому не жалко, скидывайтесь на токарный станок. Ссылку оставлю в описании на этот, на банковские реквизиты. Кому не жалко, помогите. Буду очень признателен. Увидите, какой токарный станок будет в итоге. Ну а дальше всем приятного просмотра. Погнали. Так, было 10. Так, стало 14 градусов. Ну, в принципе, нормально за час работы. Примерно около литра залил. Посмотрим, на сколько литр хватит. В итоге прошло 2 часа. Ну, вот где-то было, ну, литр, может, литр 100. Я точно не замерил. Хватило на час 50 минут. Но это, скорее всего, зависит от того, как вы будете открывать заслонку. И тоже и температура будет зависеть от того, как открывать заслонку. Допустим, если вот сильно открыть, горит сразу быстрее, начинает больше огня выделяться. А если прикрыть, то уже будет, допустим, вот, совсем спокойно. Но это надо потестировать побольше, там, несколько дней. Вообще, я думаю, прикольно будет. Это. Кстати, заливать масло можно потом, вот когда, вот, допустим, горит. Я сейчас еще масло залил. Где-то литр 300 залил. Ну, просто протопить все, посмотреть. Плюс тут стены холодные, скорее всего. Но это не скорее всего, а тут никогда не топилось. И получается также 15 градусов стало, на 1 градус выше стало вот за целый час, и все. И остановилось. Пока больше как бы жарче не становится. Возле печи, конечно, жарко, да. Но в самом помещении нормально. Как бы уже и работать можно. Ну, у кого отработки много, то... Классная вещь. У меня машина есть, отработка тоже есть. Годами копилась, я ее никуда не выливал. Копил в этих, короче, 5-литровые, так и стоит. А теперь буду это тут сжигать. В принципе, нормально. Вот. Ну, еще потопим, посмотрим, насколько это хватит там теперь. А так пока печка меня, в принципе, устраивает нормально, не дымит. Ну, может, где-то иногда что-то и выходит. Когда, кстати, это, дверь открываешь-закрываешь, вот тут вот выходит дым, да. От того, что здесь как бы непроветриваемое помещение, вакуум такой создается. Вот, дым выходит, да. А так вообще, вот,
все чисто, хорошо. Может, где-то краска обгорела. Короче, классная вещь. Ну, мне лично понравилось. Ну, не знаю, как вам, а мне понравилось. Главное, вообще тепло уже. Прикольно. Сейчас потопим, потом еще дальше сниму, сколько времени пройдет, сколько тут температура будет. В итоге все посмотрим. В итоге уже прошло 3 часа 20 минут. Помещение, ну, довольно тепло. Сейчас посмотрим градусник. Градусник положил к потолку, 10 сантиметров от потолка. Просто решил замерить. Сейчас вам покажу. Ну, почти 26 градусов. Ну, 25 градусов. 10 сантиметров от потолка. Теперь положу в середину комнаты и посмотрим, сколько там будет градусов. Ну, такая средняя, так сказать, температура. Ну, а так вообще, ну, вот я сижу прям жарко возле печки. Ну, а в помещении, как бы, тоже нормально. Градусов 15, может, больше. Сейчас посмотрим потом. И у меня помещение 5 на 5, а высота 2,10 примерно. Вот так вот помещение. Ну, конечно, на улице не мороз. Сейчас плюс 4 градуса было сегодня. Зимой, конечно, будет похолоднее. Но, кстати, зимой это, специально эту печку оставлю тут же. Попробую показать, ну, на улице температуру. Потом тут какая, и потом с печкой. Посмотрим, ну, насколько она быстро нагреет. Ну, не знаю, классная печка. Я думал, там что-то будет дымить вот с этих отверстий. Вот то, что отверстия всякие тут. Но ничего не дымит. Мне нравится. Может, кто-то сейчас там налетит. Люди есть такие, там, что, типа, там, тебе заплатили, как обычно, там, еще что-то. Мне никто ничего не платил, у меня, как бы, совесть чиста перед этим. Просто чистая. Вот кому, если надо, серьезно, нормальная печка. И ссылку оставлю в описании под видео, если кому нужна такая печка. Вот. А так, прикольная печка. Главное, работает. Вот это да. Реально тут, блин, классно сидеть. Вообще тепло, жарко даже. Вот тут вот горячо. Тут вот хорошо. Ладно, сейчас проверим, сколько средняя температура там. И будем заканчивать. Ну а кому понравилось, палец вверх, подписка на канал. Ну я пошел дальше. Короче, прогреется, посмотрим, что в итоге там получится. Если успею, засниму. В общем, до новых встреч. Пока-пока. Еще небольшое включение. Все догорает уже совсем. Тут все не осталось. В итоге где-то 2,5-2,6 где-то литра я залил. Хватило на, так получается, 3 часа 45 минут. Ну, значит, получается, если 3 литра залить, на 4 часа точно хватит. Ну, где-то вот так. И сейчас температуру примерно в середине комнате, так, и вот за 3 часа 45 минут. Так, видно? Блин, не видно сейчас. Ближе к свету.
16 градусов. Вот. Ну, в принципе, довольно тепло. Ну, нормально. Все. Догорает все уже. Все сгорело. Почти все сгорело. И, в принципе, безопасно. Главное вывести через крышу безопасно. И все. Короче, вот такая печка. Не знаю, если масла много, блин, вообще, считаю, можно сказать, бесплатно обогревать можно помещение. Ну, правда, есть какая-то, не знаю, то ли вроде и краска-то не выгорела, то ли дым чуть-чуть выходит, то ли краска чуть-чуть подгорает. Ну, такое, не то, что прям дым, а запах такой есть. Присутствует. Лучше, ну, иногда проветривать помещение, когда эту печку топить, наверное. Ну, а лучше там попользоваться, не знаю, месяц хотя бы, и тогда уже все косяки, все там нюансы выскочат. Если буду, в общем, пользоваться этой печкой, скорее всего, буду иногда, потому что я тут свои стоечки сушу, буду прогревать, смотреть, с вами делиться. Может, кому-то будет полезно. В общем, а теперь до новых встреч. Пока-пока. Пошел и все. До новых встреч.